Ночной патруль не дремлет. В полночь по улице Белорусской общественники заметили «Приору», водитель которой вел себя подозрительно. Информацию о нем передали дежурному экипажу ДПС. Уже через несколько минут легковушку остановили. Выяснилось, за рулем находился 30-летний житель Самары, который на момент задержания был лишен водительских прав. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. Почти сотню нетрезвых водителей за 3 месяца помогли задержать участники общественного движения и ночной патруль, куда входит более 600 человек, в том числе и девушки. Я больше 12 лет за рулем, поэтому ситуаций было много. Я сама, скажем, лично, не совсем тесно, но сталкивалась и не единожды наблюдала последствия нетрезвых водителей, грубейших нарушений правил дорожного движения. Самых активных помощников полиции отметили благодарственными письмами. В Главном управлении МВД по Самарской области подвели итоги совместной работы полиции и общественного совета. Кроме ночных борцов с пьянством на дороге, в Самаре сформировалось движение борцов против незаконной торговли алкоголем «Народный контроль». С их помощью в городе уже ликвидировано более сотни киосков с нелегальным спиртным. И еще одна форма взаимодействия полиции и общественников – патрули добровольной народной дружины. Вы идете домой, вы чувствуете ситуацию, складывающуюся на улице, вы чувствуете ослабление напряженности на наших улицах, вы чувствуете степень определенной безопасности, и это говорит население, это говорит не полиция и не Солодовник. Сейчас улицы городов и районов области патрулируют почти 4500 дружинников, и только за май количество уличных преступлений сократилось на 15%. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».